Добрый день, друзья! Аталанта и Байер 22 мая встретятся на Дублин-арене в финале Лиги Европы УЕФА сезона 2023-24. Продолжится ли удивительная серия подопечных Хаби Алонсо? Или парни Джан-Пьеро Гасперини удивят фаворита? Аталанта и Байер уже встречались в Лиге Европы в 1/8 финала сезона 2021-22. И Аталанта дважды победила Байер 3-2 дома и 1-0 в Ливеркузене. Это может послужить дополнительным вдохновением для представителей серии А, которые победили Ливерпуль в четвертьфинале и рассчитывают на прекрасную форму нападающего Джанлуки Скамаки. С другой стороны, мало кто хочет встречаться с подопечными Хаби Алонсо прямо сейчас. Аталанту еще относительно недавно лихорадило, но сейчас подопечные Джан-Пьеро Гасперини в полном порядке. В 9 последних матчах во всех турнирах черно-синие потерпели только одно поражение. Правда, случилось оно в кубковом финале, когда сильнее оказался туринский Ювентус. Аталанте уже удалось квалифицироваться в Лигу чемпионов, но если потерпеть второе поражение во втором финале, то сезон, наверное, сложно будет назвать успешным. Впрочем, на эту тему можно спорить. Ну а пятикратные серебряные призеры Бундеслиги в этом году впервые завоевали титул чемпиона Германии и могут оформить требл, если добудут победу в финалах Лиги Европы и Национального кубка против Кайзерслаутена 25 мая. Эта кампания уже разительно отличается от сезона 2001-2002, когда Байер занял второе место в Бундеслиге и уступил в решающих матчах Кубка Германии и Лиги Чемпионов. Ничья с Ромой 2-2 в ответном полуфинале этого розыгрыша продлила беспроигрышную серию ливеркузенцев, которая сейчас составляет 51 матч, а количество спасительных голов на последних минутах говорит о невероятном характере, который Хаби Алонсо привил своим подопечным. Нынешний Байер – феномен, открытие и вообще нечто удивительное. Ливеркузенская команда, над которой два десятилетия потешались и которую наградили обидным прозвищем «Неверкузен», внезапно выдала исторический сезон, не потерпела в Бундеслиге за 34 тура ни одного поражения, да и вообще ни в одном из турниров ни разу не уступила. Аталанта и Байер – не самые опытные и закаленные трофеями команды. Так что этот решающий матч может быть не совсем похож на те финалы, которые мы обычно привыкли видеть. Кураж, яркие действия в атаке, мастеровитые и быстроногие форварды – все это имеется с избытком. Что у итальянцев, что у немцев. Пишите свой прогноз на матч в комментариях под видео, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео.